Kings of Kung Fu. Пойдет лысая башка с его руками-мельницами. Такие суперские удары, смотрятся офигенно. Чисто Шаолинь. Вот Шаолинь-то гоняют, конечно. Не позавидуешь. С самого рождения какая-то дрочиловка такая бесконечная. Так, что у нас есть? Да, конечно. Что у нас есть? Нашел, когда проверять. Я, может, не те кнопки нажимаю? Так, все. Ну, ударил и хватит. Ой-ё. А что они тут все так в самом начале психованные? Да невозможно. Так, руками. Где вот... О, вот это вот я хотел увидеть. Так, назад. Дистанция. Сейчас он под... Блять. Все время в одно время наносим удары. По-другому никогда не помню. Есть. Он даже excellent. Ай-ё. Выход такой мощный. Левой рукой куда-то в область сердца. Надо будет потом подетально поймать изображение. Все равно в одно время бьем. Куда он наносит этот удар? Ах ты! Один удар оставался, чтобы долететь и попасть. Опа-па-па-па. Так, ладно, сейчас подойдет. Добивает меня, как они защиту умудряются перехватить. Перебить. Руки-то у него хорошие, только они не попадают, видимо, из-за роста. Вот это маленький коротышка. Все время удар наносим в одно время. Так, не попал? А, вот так. Да что такое-то? Ха. Ай! Ай! Кричит, как пострадавший. Отлично. Так, стой ты. Да стой ты в защите. Ай, черт, а. В одно время. Но если в одно время, преимущество дается искусственному интеллекту. Да что ты. Лежать. Я говорю тебе лежать. А может почаще ногами махать? С ним вообще он какой-то... Забил его в углу. Ну, лысый может. Первый противник просто чучело. Непобедимые. Кто там? А, Ван Дам. Ну и Ван Дамма убьем. Какая разница. Ай, договорил. Вот, они-то успевают как-то защиту врубать. Я несколько раз так пробовал, ни хрена не получается. Да ну тебе. А еще на с ног зарядил. Вообще от души. От души. Вот это вот хорошая подача. Двойной пинок такой, ножницы называется. Ай-яй-яй. А как? Да пошел ты. Ай, мимо. Так. Так, тут он защиту пробивает. Тут я тоже ничего не могу. Руками. Руками не получается. Я в углу. Считай, это вообще... Поймал.
Поймал, никуда ты не денешься. Опа. Да ну нафиг. Ты чертов. Больше всего добивают, как они защиту умудряются. А, повелся? Очень легкая серия. Наносится руками и назад. Все это надо сплюсовать, и там она сама получается. В общем-то, ее не надо даже отслеживать. Мать его, коготь. Сейчас он с ножом будет мне нервную систему портить. Как вот его поймать-то? Ай. Аутстендинг взял. Скорость хорошую набрал. Ух ты. Но пальцы не вывозят, конечно. Красава. Свернул шею одним пинком. Так. Эх. Ненавижу вот этот нож. Эх. Так, руками. Забить его. Блять. Ну вот Шаолин-то может. Эх ты, блять. Сейчас мы его отоварим. Без лишних мучений. Как виртуафайтеры. Но там блок работает хотя бы. Ну там вообще в целом оптимизация лучше, чем здесь. Так, Ипман, да? Это он тут интересно бьется. Да, блять. Почему все время первый удар-то? Ой-ой-ой. Что это сейчас было? Да? Сколько ты можешь махать? О! Не только ты умеешь руками махать. Шаолинь против Винчуна. Ой, блять. Да ну нафиг. Так, мастер фул взял. Ай, блядь. А, на войне все средства хороши, будем мочить всем, что есть. И тактика все время одна и та же. Отлично. Хороший, после второй бой, второй раунд, просто отличный. Просто забил его, даже не дал ему шага ступить. Чак Норрис и его кошак. Этот мерзкий кошак, который тут раздражает только. Домахал ногами. Ай, близко подошел. Увлекся. Вот так. Легко и непринужденно. Та-та-та-та-та-та-та. Не надо тут. Вот страшный-то он. Кричит страшно. Рано. Ногой махнул тоже. Так. Ну, сейчас как в первом раунде. Ай! Ну вот когда в угол зажимаешь. Они ответку врубают. И тоже всем, чем есть. Есть с левой в нокаут. Очень хорошее прохождение идет. С этой Мао Анджелы было сложнее намного. Вот тут вот могут возникнуть трудности. Блять! Не, ну первый удар это, конечно, всегда его. Никогда мне не получалось первым атаковать. Так, это я тут уснул. Опять уснул. По ногам.
Что ты будешь делать, а? Это я ему надоел? А, чё ты? Импрессив! Впечатляюще переводится. Да пошел ты, старый. Я себе всю дурь выбью. Всю твое пенсионерское дерьмо повыбиваю. Так, зажал. С ноги, блядь, сваливать пора. Нет уж. Так, не получилось. Еще раз. Не получилось. Рано или поздно получится с ноги-то вырубить. Угандошил. Хорошо прохождение идет. Я только первый раунд запорол. Жестко запорол. Так, тайский боксер. Он сейчас рычать будет, с коленями кидаться там. Так, ладно. Будем думать, что он готов к бою. Так, подача залетела, видимо, куда-то в дыхалку. Такие звуки издает. Или по печени ему прилетает. Но так-то вроде все в голову. Перфект. Чистая победа. Ой-ой-ой-ой. Так. Ноги сломал. Ну а теперь можно и лицо. Импрессии. Ай, увлекся. Да-да, подходи ближе, я тебе... Ближе подходи. А ты мне... Есть. Едем дальше. За 12 минут неплохое, неплохо. Да, прилично так противников-то ушатал. Так. Есть удар Супермена или бодаться будет? Вот. Ух ты, не получилось, ладно. Чуть не нарвался. А что такое-то? Как мне удар нанести? Вот? Что это сейчас было такое? А, какой-то там мастер? Офигеть! Бросок такой жесткий. Через себя воткнул чисто, урод, а. А так забью. Даже без серии, двумя ударами вот этими. Ай, сейчас побежит. Если бы вот с головой побежал. Но ничего страшного. Офигенно, это 10 ударов нанес. Какой-то там мастер дают. Отработал. Также в чистой победе. Еще кого в чистой победе? Какую-то копию Халка. Ну, Шаолинь может. Могет. Так, ну тут-то попал. А ну-ка, не надо там. Ай. Эй. Так, зря в атаку вышел. Есть. Ай! Что такое-то? Она хорошо блокирует. Так, уходим. Сразу на дистанцию, если не получилось. Ой-ё. Чуть на позорный пинок не нарвался. Есть. Вот с ней только вот так. Офигеть. Из этой вот серии еще. Да. Так, не получается. Есть. Хитрить и извиваться всяко разно. Они бесконечно машут своими ударами. Но такого в бою не бывает, чтобы человек просто стоял, махал, там выдохнешься. Вот это меня раздражает в игре, конечно. Да что такое-то? Что происходит?
А что происходит? Просираю потихоньку. Так. Вот так. Что это за удар такой был, интересно. Хотел вниз ногой, а он рукой ударил. Оба, от души вообще. Ах ты. Ну ты смотри на нее, а? Еще вот так руками как-то, ногами там сделала. А вот такая подача в нос, пяткой. Это вообще убийственно. Так, кто там следующий? Давай следующего. Who's next? Так, это знаю, легаться любит. А вот так? Ага, вот так, да. И по бубенчикам сразу. На. Ой, что ты будешь делать? Снимай. На. Заходим. Так. Вход получился. Тут не получился. Мастер фу, да? И свою прическу достал. Не сдержался. Пнул по лицу. Чтобы он не прихорашивался тут. Не издевался морально. Угу, убит. Видим дальше. Так. Да что ты легаешься-то? Вот, Шаолинь, конечно, техника. Импрессив. Ай, че. Всю кайф, все не испортил. Просто все испортил со своей прической. Да я тебя просто убью. Все испортил. Но хорошо прохождение. Вообще радует боец. Очень сильный, очень серьезный. Так, что, Брюс Ли остался? А, там еще баба психованная. А, про этого я вообще забыл. Так, ноги длинные, я помню. Ай, еще раз. First kick, а вот теперь лови. Ой-ой. И ни один удар не долетел. Так, ну ногами будет ловить, это понятно. Ать, ать, это кто там такие звуки издает офигенные? А, это Джет Ли издает такие звуки. Хоп. Ух. Ага, ага, попался. Не, блядь, думал дожму его там. Но это не реально, не настоящий бой. Поэтому дожать тут, конечно, не получится. Чё ты? Оп. Оп. Страшно, как прыгаешь-то, а? Сейчас. Так, пошла серия. Не дошла. И получил за что? Двумя ногами по лицу. Ну, ничего страшного. А тут, тут. Я даже супер ударов не делаю. Я тут... честнее всех здесь бьюсь, короче говоря. Я попытался сделать супер удар, вот чем все это закончилось. Улучшил так, по старинке. Ой, как уже делал много раз. Так. Ты достал уже немножко. Вот у нас мясорубка началась, да? На. Какой-то интересный удар с правой. По диагонали. Справа налево вниз. Это чуть ли не по виску он его лупанул. Так, любитель на жопе кататься. И гром этот. Все мозги выбивает. Ну давай бей уже. Есть. Ай, так. Сразу дистанцию и... и классику. Так, а тут он у нас в углу получается, да? На. Готов. Ах ты! У меня научился вот этим подленьким приемом. Да что ты? Есть? Да, сейчас пойдет. Ай, зря. Думал, на ноги переключиться хотел. Ничего не получилось. Дальше будем руками толпать. Я пофиг вообще. Забоксовал до смерти. Почему ачивка не падает?
А, она же у меня в стиме. Ну, потом посмотрю, упала, не упала. Черт, Брюс Ли. А с этим вообще ничего не прокатит, такие трюки. Лучше, да, о, в углу дожидаться, пока он прыгнет с ногой своей. Приближаться к нему вообще опасно для жизни и здоровья. Так, оп. Подпрыгивай сюда. Вот как вот к нему приближаться, он только делает, что ногами машет. Во! А мы только тебя ждали тут. Блять, как хитрожопый-то, а? Ай. Тоже хитрить надо потихоньку, помаленьку. Я еще поджопник отвесил. Так, сейчас подпрыгнет сюда. Ну-ка давай свой фирменный удар с ноги. Не этот, а такой, с прыжка такой, мощный. На, ты спал уже. Готов. Так, раунд 2. Ой-ё! Взял, открылся в тот самый момент. Вот этот красивый пинок. Двойной вот этот, ножницы-то. Так, не получилось, но ничего страшного. Блять. Ай, чё? Так. Подпрыгивай сюда. Ну и он нахер. Так, на меня это не действует, я это. О. Так, подпрыгнуть он не стал. Бля. Не, так не пойдет. Ай. Как быстро он поднимается-то? Так, что делать? Что делать? Так, не получилось. А вот так получится. Так, мастер фул, один удар. Отлично. Мы просто башку ему оторвем. И снизу удар ногой, отрывает башку напрочь. А в потолок втыкается. Не, ну что свернуть можно таким ударом? Так, ну Джеки Чан. Джеки Чан, конечно, не станет убивать. Это нормальный пацан, это свой человек. Правда, вот. Не хочу против него биться вообще никогда. До того это по сердцу бьет. Ножом по сердцу. Еще выражение такое существует. Ой-ой-ой. Двумя ногами в нос. Двумя даже пальцами ног в нос. О, как красиво. Это супер удар у него такой в коллекции. Вниз вперед. Ай-яй-яй-яй-яй. Под замес попал. Так, ладно, мне тебя побеждать надо все-таки. Я хоть к тебе хорошо отношусь. Да что такой удар не наносится? Ай, вот именно что ай. По-другому-то тут не бывает. Ай-яй-яй-яй. Так, главное не пропустить. Расслабился, называется. Ой-ё. Интересно. Такие удары медленные. Я думал, он уже остановился. А что это было сейчас? Кто-то там уклонился в сторону. Ай, хотел красиво закончить. Ладно, так закончу. Просто, чтобы не убивать, чтобы такая вот легкая смерть. Просто пнул по ноге и нокаут. А не так, как Брюсу Ли там уж башку оторвал. Так, психованная баба осталась. Она должна появиться. Которую я просто не мог пройти и невозможно пройти. Искусственный интеллект, конечно, лучше как-то управляет. Ну, хотя он перебирает удары, поэтому... И управлять получается лучше намного. Ай-яй-яй-яй-яй, да пизделся. А чё? Ну ладно. Да подняться не дает. Ты чё? Ты чё, российский бизнесмен, что ли? Никому подняться не даешь. Эти, как их? А, ладно, не буду
А то пришьют еще экстремизм. Достала, корова. Сдавайся! Ну хрен нам будет сдаться. Это будет нападать все время. Сразу в нос ей так мощную мужскую подачу. Ай, блядь. У меня вот эти удары прямые интересные. Они как в Винчуне, но намного длиннее дистанции. Ай, ее. Хорошо насувал. Сейчас повторим обязательно. Ай, как так получилось? Вперед, что ли, нажал? Вот эти длинные такие, на всю длину руки удары. Мощнейшие. И все, и два удара в нос. Бам-бам. Такие даже пропустить, по-моему, невозможно. Можно просто локтями закрыться, и все нормально будет. Давай, оп! Ай! Пинок нажимаю, кретин! Черт, уже половины здоровья нет. Самый нечестный противник тут. А, башкой. На колган чисто, урод. Красный. Фигня красная. Чуть-чуть как его мочить-то лучше? Я пока не приспособился еще. Офигеть, а! Оставалось-то ему просто насувать, блин, сука, нечестно, просто падла, тварь. Ай, не успеваю, руки устают. Нажимать столько раз. Такими двоечками еще можно рубануть его. Выбился, дурь. Сука, блядь. Все испортил мне. Да че, почему не получается подножку-то сделать? Все, блядь. А я далеко ушел. На. Так. Вот такими двоечками. Проходные вообще двойки. И голимый мастер фул. Ах ты, удар Джекса. Вот, вот эта перкотина, она убийственная какая-то. Так, сейчас главное не просрать. Есть. Замечательное прохождение. Один из лучших бойцов, которого я проходил, наверное. Это можно завершить. И можно даже попробовать на харде пройти. Ну, это такая пытка, вообще сама пытка даже. Кем пойти следующий? А, ладно, вообще, что задача у вас? Наконец-то титры появились, и можно остановить запись.